Дипломом лауреата награждается студентка Института культуры, солистка эстрадного оркестра Дворца культуры трубопрокатного завода города Челябинска Наталья Бродягина. Борис Карамышев, стихи Онегина Гаджикасимова. «Руки прочь от Вьетнама». Швыряя напалмом, пламя сжигает посевы, школы, селенья и пальмы. Но пиратам 20 века не отнять у Вьетнама небо, не отнять у Вьетнама солнца и свободы вовек не отнять. День и ночь, день и ночь мир повторяет упрямо. Руки прочь, руки прочь, руки прочь от Вьетнама. Что вы здесь ищете, янки, перелетев океаны? Знаете, что метко стреляют в сердце врагов партизаны? И пиратам 20 века не отнять у Вьетнама небо, не отнять у Вьетнама солнца и свободы вовек не отнять. День и ночь мир повторяет упрямо. Руки прочь, руки прочь, руки прочь от Вьетнама. Но ни насильем, ни газом не уничтожить свободы и человеческий разум. И пиратам 20 века не отнять у Вьетнама небо, не отнять у Вьетнама солнца и свободы вовек не отнять. День и ночь, день и ночь мир повторяет упрямо. Руки прочь, руки прочь, руки прочь от Вьетнама. Руки прочь от Вьетнама. Руки прочь от Вьетнама.